Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня приготовим вот такую тыквенную кашу. Вот у меня в двух горшочках она. Сейчас покажу поближе. Я ее запекала в духовке. Это вообще будет очень вкусная каша. У меня прямой эфир был. Спрашивали, почему не готовите. У меня есть один рецепт с пшеном. Это с рисом. Совсем не такой, как тот рецепт. И главное, в духовке запеченная, она на небольшом огне там томилась. Эта каша, ну, очень вкусная. Сейчас посмотрим поближе. Вот такая вот кашка. Вот. Давайте приготовим. Понравится и вам, и деткам. Всем понравится. Очень вкусная каша. Закипятила я 0,5 литра молока, добавляю 0,5 стакана промытого риса сюда. Сюда я еще добавлю немного воды, 0,5 стакана. И проварю рис до полуготовности. Водичка выкипит, а молоко останется с рисом. У меня вот такая тыква. Часть возьму. Подготовила 200 грамм тыквы на крупной терке. Рис проварила до полуготовности, и под крышкой он у меня вот постоял, вот так разбух. Теперь добавляем, у меня 45 грамм сливочного масла. Размешиваем, чтобы масло разошлось. Рис еще горяченький. 3 яйца берем, разбиваем 3 яйца. Рис приваривала, как я, то немного посолила. Соли обязательно. Хоть каша сладкая будет, но соль нужна немножко. Яйца я уже добавила. Теперь добавим 2 столовых ложки, я добавлю сахара. Размешиваем. И добавляю вот натертую тыкву 200 грамм. Перемешиваем все. Можете, если любите, добавить изюм. Он хорошо сюда впишется. Будет яркая, желтенькая кашка. Я подготовила вот такие у меня горшочки. Перекладываю в горшочек кашу. Разделила вот на 2 горшочка кашу и отправляю в духовку 200 градусов на час. Горшочки отправляем в духовку. Температура 170 градусов на час. Горшочки готовы, достала из духовки. Пеклись они у меня 55 минут, выключила духовку и 5 минут еще постояли при выключенной духовке. Посмотрим, как внутри у нас. Вот, смотрите, вот такая яркая, вкусная кашка. Смотрите, желтенькая. Сейчас попробую. Вкусненькая. Очень все протомилось, пропеклось. Вкусненькая такая. В общем, советую, приготовьте такую кашу. У меня горшочки. Бывают такой керамический большой горшок. Туда можно все положить. Но если такого нет, я знаю, может, в форме или в кастрюле какой-то. Готовьте со мной. Заходите на мой канал, смотрите мои видео. Нравится видео, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели это видео. И до новых встреч, и всего вам самого доброго.